Приветствую вас, друзья! У нас ежедневный расклад карты дня 2 марта. Сегодня у нас вторник. Давайте посмотрим, что нам приготовил этот день. Расклад у нас будет по знакам зодиака. Хорошо, мы начнем с Овнов. Да, у Овнов сегодня появится ясность в каком-то вопросе. Сегодня вот этим мечом вы сможете отрубить что-то лишнее, то, что вам мешало внести ясность в какой-то вопрос. Иногда для того, чтобы прояснить какую-то ситуацию, нам нужно составить с кем-то разговор, как бы расставить все точки над «и» и прийти к общему решению. Но по Тузу она говорит, решение вы должны принимать ясно, не попадая под эмоции. То есть при помощи этого меча сегодня вы находите выход из какого-то лабиринта мыслей, в котором вы блуждали, может быть, в последнее время. Для кого-то здесь может быть принятие решений подавать на развод. Кто-то, наоборот, сегодня решается вступить в новые отношения. Также это может быть подписание трудового договора, крупного заказа, проекта, плана. Но еще это может быть какие-то важные для вас новости, которые вы ждали, документы. А также это что-то связано с юриспруденцией. Может быть, это вынесение вердикта суда. Или это подписание договора, например, купли-продажи, аренды, найма. Телец. Тельцы сегодня хорошо будут проводить время. Может быть, вас куда-то пригласят сегодня. Ну, может быть, кто-то получит сегодня приглашение на свидание. Также это может быть какой-то праздник, день рождения, юбилей. Может быть, у кого-то на работе сегодня корпоратив. Мы видим на этой карте, что человек сидит в расслабленной позе. У него полный достаток, удовольствие. Может быть, карта говорит, вы сегодня будете находиться в хорошем настроении, в добром здравии, наслаждаться жизнью. Но также это карта исполнения желания. Может быть, у кого-то из тельцов сегодня исполнится ваше самое заветное желание. Но а желания-то у всех разные. Также это может быть на работе хороший климат, хорошие отношения с коллегами, с друзьями. Вам нравится заниматься этим делом. Вы от этой работы получаете полное удовольствие. Ну, скорее всего, и финансовое благополучие. Хорошо. Близнецы. Близнецы сегодня тоже будут что-то отмечать. Да, тройка кубков – это карта сбора урожая. Она говорит, что люди над чем-то трудились и сегодня собрали свой урожай и празднуют. Может быть, кто-то на работе сдаст какой-то крупный заказ, проект. То, над чем вы до этого работали, ну, может быть, с коллегами отметите успех. Но также и получите хорошее вознаграждение. Кто-то, может быть, сегодня будет сдавать экзамены, проходить какие-то тесты. Карта говорит, постарайтесь, да, все сдадите. Ну, а еще у нас тройка кубков – это карта помолвки. Это когда у женщины появляется колечко на пальчике. Может быть, кто-то сейчас начинает готовиться к свадьбе. Ну, также это может быть известие, например, о беременности или о рождении малыша у вас или у ваших друзей, у ваших родных и близких. Также это может быть получение новой работы или продвижение по карьерной лестнице. Да, но у кого-то, может быть, сегодня появится новый любовный интерес. Хорошо. Раки. У раков сегодня старший аркан Луна. Ну, Луна как карта дня может говорить, что вам сегодня нужно больше доверять своим чувствам и интуиции. При помощи интуиции вы сегодня можете найти выход из каких-то сложных ситуаций. Или интуиция поможет вам решить какой-то вопрос. Иногда Луна говорит, что есть какая-то ситуация в нашей жизни. И все нюансы этой ситуации от нас скрыты. И чтобы понять, как вам действовать, вам нужно слушать свой внутренний голос. Обращайте внимание сегодня на сны, на какие-то, может быть, предчувствия, подсказки. Также карта может показывать вашу повышенную эмоциональность сегодня. Постарайтесь сегодня контролировать
ваши эмоции. Ну, может быть, для кого-то здесь карта говорит какое-то начало, может быть, нового творческого проекта. Да, для творчества Луна – это очень хорошая карта. Она может говорить о вдохновении, то, что нам помогает запустить творческий процесс. Но также, может быть, для кого-то из раков сегодня будет очень важна роль матери, или для вас будет важна ваша мама. Ну, для кого-то может быть известие о беременности. Давайте мы уточним. Иногда еще Луна говорит, человек стоит на пороге чего-то нового, и нам страшно туда вступить, как бы шагнуть. Как бы она тоже потянулась, да? Да, очевидно, есть у вас какая-то сложная ситуация. Вот как по Луне и по девятке. Вы понимаете, что что-то происходит, но вот есть какая-то борьба, то ли вокруг вас. Но вот все нюансы вам не видны. Но вот девятка говорит, все равно вы понимаете, что нужно как-то проявлять осторожность, внимательность. Может быть, для того, чтобы отстоять свое положение. Может быть, отстоять свои интересы, отстоять, может быть, свою работу или свои отношения. То есть какая-то война, тут даже не война, какая-то борьба идет вокруг вас или у вас за спиной. И вот карта говорит, сегодня слушайте свою интуицию, может быть, она покажет вам или прояснит, кто здесь что затеял. Тут, знаете, еще если это связано, например, с вашим творчеством, может быть, девятка говорит, то ли вы от всех скрываете, как бы действуете втайне, то ли, наоборот, карта говорит, никому не рассказывайте. То есть вот пятерка – это могут быть конкуренты. То есть кто-то может вашу идею, если вы с ней ей поделитесь, могут ее перехватить. Ну, например, может быть, на работе или в бизнесе. А также, если вы хотите сейчас запустить какой-то процесс – учтите свои старые ошибки, которые, может быть, до этого вы совершали. И вот опять учтите конкурентов. Может быть, нужно, не знаю, провести какую-то рекламную акцию или сбавить чуть-чуть цену для того, чтобы привлечь клиентов, заказчиков, если это касается вашего бизнеса. Но это может касаться и вашей любви. Здесь, может быть, отстаивать именно свою любовь, свои отношения, потому что, может быть, кто-то претендует. Есть какие-то соперники, конкуренты. Здесь карта говорит, чтобы отвоевать свое, нужно действовать очень аккуратно. И обязательно слушайте свою интуицию. Да, не знаю, раки, с кем вы тут воевать сегодня будете, но я думаю, что это не вы воюете, это у вас кто-то за спиной. То есть как бы вот человек стоит, загородился жезлами, да, со спины к вам не подойдешь. То знаете, еще для кого-то может быть, если вы одиноки, тут или вы сейчас закрыты, не готовы к новым отношениям, ведь Луна может говорить о страсти, об эмоциях, о чувствах, а вас сегодня кто-то будет покорять. Вот это или бороться, чтобы человек наконец-то открылся, или здесь борьба с самим собой, чтобы решиться на эти отношения. Ну, может быть, это связано и с работой, конечно, но и с отношениями. Да. Но в любом случае, вы сегодня можете полагаться на свою интуицию. Она вам подскажет. Хорошо, львы. У львов сегодня партнерство. Да, здесь карта показывает двух человек, которые заключают какое-то соглашение. Да, это может быть новое знакомство для тех, кто в поиске. Также это может быть появление нового друга, нового бизнес-партнера. А может быть, это возможность с кем-то помириться, если вы были в ссоре. Но также это касается создания творческих проектов, бизнес-партнерств. И еще, когда два человека подписывают какое-то соглашение. Может быть, это договор купли-продажи, аренды, найма, трудовой договор. Ну, а если вы состоите уже в партнерстве, будь то это касается вашей любви,
семьи или бизнеса, карта говорит, есть у вас человек, на которого вы можете полностью положиться. У вас есть абсолютное доверие, взаимопонимание и настоящее здоровое партнерство. Но сегодня особенно вы это можете ощутить. Хорошо. Да, девы сегодня будут с кем-то воевать. Да, вас сегодня могут ждать какие-то неприятности в виде конфликтов, ссор, выяснения отношений. Но это все-таки мечи, да. Это какие-то колкие слова, неприятные замечания. Ну, карта говорит, смотрите, вот человек выбил или отобрал вот эти мечи, и вот эти люди, у которых он это отобрал, они ушли расстроенные. Ну, мечи у нас символизируют воздух, слова. Может быть, карта говорит, с кем вы здесь будете воевать, если это люди, которые вам дороги, подумайте, стоит ли так агрессивно выяснять отношения. Потому что вот эти люди-то ушли расстроенные. Да, в пылу победы вы почувствуете себя на коне, но это первая победа, потому что потом вы будете себя корить и переживать. Ну, зачем я так говорил или говорила? Но если вы сегодня столкнетесь, что кто-то за вашей спиной как-то нечестно действует, распускает какие-то сплетни, интриги плетет, вот тогда карта говорит, стоит дать отпор, чтобы неповадно было. Но в любом случае вам карта сегодня обещает сложный день. Да, весы. Весы сегодня могут отправиться в какую-то поездку. Это может быть просто передвижение в рамках вашего города. Кто-то может поехать в командировку, по делам. Также это переезд, не знаю, смена места жительства. Но еще карта говорит, может быть, вы сегодня будете очень активны. И если вы запланировали много дел, у вас получится со всем справиться. Но еще рыцари жезлов могут показывать профессионалов в своей области, который может вам сегодня помочь. То есть вы на этого человека можете полностью положиться. Может быть, это связано с домашними какими-то вопросами или с профессиональной деятельностью. Но на какого-то специалиста вы сегодня можете рассчитывать. Скорпионы. Да, у скорпионов сегодня шестерка кубков. Это карта нашего дома. Это общение, это дети, родители, бабушки, дедушки. Ну, если меня люди старшего поколения смотрят, может быть, вас сегодня попросят посидеть с внуками. Также это карта каких-то праздников, особых дат, юбилей, день рождения. Ну, еще шестерка – это когда мы украшаем наш дом, покупаем какие-то вещи, то, что создает в нашем доме уют. Кто-то из скорпионов может сегодня встретиться с друзьями детства, одноклассники, одногруппники. Может быть, будете общаться, вспоминать былое. Если по работе, то тут может быть воплотить в жизнь какие-то, может быть, старые проекты, которые вы отложили на потом. Может быть, для них не было возможности. То есть это возродить что-то, что вы давно хотели, это нечто для вас очень важное и необходимое. Хорошо, стрельцы. У стрельцов сегодня дьявол. Да, карта говорит, что кто-то или что-то будет вас сегодня искушать или соблазнять. Сегодня у вас может появиться желание нарушить какой-то запрет или какое-то правило. Но еще это может быть просто страстное желание куда-то съездить, что-то купить. И, как правило, по дьяволу мы понимаем, что у нас не хватает денег для какой-то прихоти. Здесь или занять, то есть воспользоваться чужими деньгами, или взять кредит. Ну, также это может быть искушение, связанное с лицом противоположного пола. Здесь карта говорит, обратите внимание, что вот здесь люди стоят скованные цепью между собой и пристегнуты вот к этой тумбе, на которой сидит этот дьявол. То есть прежде чем решиться сегодня на какой-то опрометчивый шаг, подумайте о последствиях. Они для вас могут быть отнюдь не безобидными. Но дьяволу противостоять очень сложно.
Но также карта говорит, если у вас сегодня появится какое-то страстное желание, и если у вас есть возможность, то почему бы и нет? Хорошо. Козерог. Ну, козероги сегодня что-то будут выбирать в плане финансов. Может быть, вам нужно будет сегодня совершить какую-то покупку. Тут или искать скидки, распродажи. Или карта говорит взвешивать. Может быть, купить что-то подороже, но получше. Или чуть подешевле, но похуже. Это когда мы взвешиваем свои возможности. Также это какие-то сообщения, новости, связанные с деньгами. Может быть, какие-то квитанции, платежи придут. И опять вы будете здесь решать, что можно оплатить сейчас, а что, может быть, еще подождет. Ну, также карта говорит, может быть, сейчас у вас не так много денег, как хотелось бы, но у вас получается справляться, вот держать вот этот баланс, равновесие, приспосабливаться к существующему положению вещей. Также по работе, например, вы работаете на себя, может быть, у вас есть какой-то заказ, который вы сейчас выполняете. А сегодня может поступить еще один, и вы будете взвешивать, потянете, не потянете. Может быть, заказ очень выгодный, и вам не захочется его упустить. Ну, вообще, по двойке, она говорит, вы можете справиться. Да, придется больше работать. Но, как бы, здесь есть шанс выполнить обе работы. А для кого-то еще, может быть, здесь какая-то приработка. Или это одноразовый будет заработок, или это что-то неофициальное. Водолей. Ну, кто-то из водолеев сегодня будет заниматься ребенком, может быть, возить какие-то кружки, секции, заниматься. Также у нас паж жезлов – это получение каких-то приятных, позитивных новостей. Все, что связано с деловой сферой нашей жизни. Здесь речь может идти о работе, о каких-то больших домашних проектах в виде, например, ремонта, строительства дачи. Может быть, какой-то реконструкции. Но еще карта говорит, обратите внимание на ваше рабочее окружение, общение с кем-то из сослуживцев, бизнес-партнеров, коллег. Сегодня может зародить в вашу голову какие-то очень ценные идеи, проекты, которые затем вы сможете воплотить в жизнь. Но по отношениям здесь может быть новое знакомство. Может быть, человек вас сегодня пригласит вечером куда-то сходить. На выходные поехать. То есть, ну, тут есть шанс познакомиться. Рыбы. Так, у рыб сегодня пятерка кубков. Да, ну, смотрите, как карта дня. Опять же, не забывайте, это карта дня. Вы сегодня, может быть, запланировали какие-то дела. Ну, что-то, может быть, вы воплотите в жизнь. От чего-то вам сегодня придется отказаться. Также карта говорит, сегодня может состояться ссора или конфликт с человеком, которому вы доверяли. То есть кто-то вас сегодня может разочаровать. Но она говорит, не стоит вам сегодня чересчур драматизировать ситуацию. Может быть, все не так плохо, как вам покажется. Давайте хотя бы уточним, с чем у вас пятерка связана. Да, с тузом пентаклей. Ну, туз пентаклей – это может быть получение хорошей работы или продвижение по карьерной лестнице, какой-то подарок. Может быть, у кого-то из рыбок сегодня день рождения. Может быть, вы рассчитывали получить какой-то хороший подарок. То знаете как, у нас туз пентаклей, как правило, говорит о предполагаемом каком-то хорошем куше. Тут еще, может быть, кто-то вам обещал, например, долг вернуть. Ну, скорее всего, человек вас подведет. Да. Ну, смотрите, это карта дня. Может быть, вот сегодня вы это не получите. Может быть, завтра этот туз будет вам доступен. Да, ну тут что-то связано или с деньгами, может быть, с недвижимостью. Может быть, кому-то обещали, например, одобрить ипотеку, или кто-то вам, ну, родители, может быть, обещали дать
на первый взнос. Или вы что-то продаете, вам позвонили, сказали, да, вот мы приедем там смотреть, или мы уже покупаем. Но что-то у людей, может быть, планы поменяются. Но в любом случае, да, ну, туз пентаклей я уже не уточню. В любом случае, карта говорит, не расстраивайтесь, может быть, вот сегодня у вас не получится. Да. Это у нас была карта дня, 2 марта. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам дня. До свидания.